В Казахстане стали известны имена выпускников, получивших грант на обучение в высших учебных заведениях страны. 78 тысяч грантов в этом году выделили только на бакалавриат, а для выпускников, оставшихся за бортом государственного образовательного заказа, появится возможность получить беспроцентный кредит на высшее образование. Об этом сообщил министр науки и высшего образования Саясат Нурбек. Это один из четырех разработанных Министерством науки инструментов для расширения доступа к высшему образованию. Наряду с рабочими инструментами вводятся новые, такие как нацфонд детям, накопительная система Келищек, дифференцированные гранты. Этот инструмент в этом году запущен в пилотном режиме, и предоставление беспроцентного кредита на высшее образование. Его можно будет получить уже в этом году. Механизм программы сейчас прорабатывается подробно. Прием заявок стартует в ближайшее время. Об этом рассказали в акционерном обществе «Финансовый центр». Именно эта компания выступит в качестве оператора по выдаче кредитов. Получить их смогут обладатели образовательного гранта с частичной оплатой за обучение. При этом претенденты должны иметь поручительство хотя бы одного человека, имеющего постоянный источник дохода. Выдается кредит сроком на 10 лет, но если студент прекратит учебу досрочно, то сумму, затраченную на его обучение, он должен будет вернуть в течение года.